Кто из нас помнит тот момент из детства, когда мы ощущали беспредельное счастье? Когда все у нас в жизни было хорошо. Малькольм, ах ты тварь! Жил-был на свете юный психиатр по имени Гектор. Он находил утешение в богатом однообразии своей жизни. Взгляни на мою жизнь. Взгляни на мою жизнь. Мою жизнь. Ты счастлива? Ты меня бросаешь, да? Нет! Ну разве можно с бухты-барахты такое спрашивать? Хоть бы подготовил! Я не приношу пациентам счастья. Хочу изучить этот вопрос. Какой? Счастье. Куда именно ты собрался в путешествие? Я подумал, в Китай. Китай? Гениально! По мотивам романа-бестселлера. Раз уж решился, действуй на все сто. По делам или на отдых? Исследование. Хочу узнать, что приносит людям счастье. Бокал не бьющийся. Не бьющийся? Ой! Привет, я в Африке. Привет, мальчики. Эй, отвалите. Долго тебя не будет? Не знаю. А ты будешь меня ждать? Я не знаю ответа на этот вопрос. Важно не то, чего мы ищем, а то, от чего бежим. Скажи, что тебе нужно. Просто определись. Милая. У тебя аллергия на эмоции. Порой, чтобы найти себя. Кто боится любви, тот боится жизни. Стоит потеряться. Чем больше мы гоняемся за личным счастьем, тем быстрее оно ускользает. Нас должна интересовать не столько погоня за счастьем, сколько счастье от погони. Томми Коллетт, Розамунд Пайк, Стеллан Скарсгард, Жан Рено, Кристофер Пламер. Я живу! Путешествие Гектора в поисках счастья. Я рабыня страсти. В смысле счастья? Все жаждут страсти. Разве вы не хотите страсти? Страсть, как хочу.